Папа Римский Франциск и солист рок-группы U2 Bono запускают новый образовательный проект для детей и молодежи при Папском Урбанианском университете в Риме. Ранее инициатива касалась создания учебных центров для детей из бедных районов Буэнос-Айреса, но в дальнейшем расширилась до всемирной сети школ. Понтифик вновь призвал к тому, чтобы девочки во всем мире могли получить хорошее образование.